Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. И сейчас хочу показать вам помощника для вязания на наших любимых вязальных машинках. Это машина для перемотки пряжи. Потому что вот в таких вот безобразных мотках, с которых все сваливается, и подача нити абсолютно неравномерная, машинка вязать не может. Она будет дергаться и... Ну, не станет она вязать, будет сбрасывать петли, тормозить, рвать нитку. В общем, вязать на машинах с нитеводом, с покупных мотков невозможно. Для этого всего лишь достаточно перемотать их вот такие вот матушки, из которых можно из середины вытащить ниточку и спокойно вязать. Абсолютно равномерная подача нити обеспечивается. Вот эта нитка, кстати, ее даже не нужно искать, она у нас вот... в досягаемости, и середина моточка. Вот конкретно эту машинку мы приобрели на сайте AliExpress в Китае. Она пришла в течение месяца. Стоит недорого, работает прекрасно. Достаточно всего лишь привинтить ее к столу и, заправив ниточку, одной рукой держите нить, создавая натяжение, второй крутите ручку, за счет чего крутится моток и идет наматывание нити. Вот таким вот образом эта машина работает. Как видите, наматывание происходит достаточно быстро, очень плотно и совершенно безупречные клубки получаются. Для работы с вязальными машинами идеальная конструкция. Обязательно нужно приобрести. Посмотрите у нас на сайте более подробную информацию. И я думаю, что приобретя такую машинку, вы... избавите себя от многих проблем, связанных именно с неравномерной подачей нити с обычных моточков. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, пусть они тоже приобретут такую машинку для перемотки пряжи. А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.